Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Far Cry новый раз ее. Так, нам надо сюда попасть, помочь Грейс Армстронг. По-моему, она была, кстати, как в прошлой части. Ну, в пятой. Я тут, кстати, немного побегал по локации, нашел две фотографии. Сверил, точнее. Две фотографии и вспомнил. Вспомнил тот момент, про который я вам говорил, где она беременна. Немного все по-другому было. Мы обстреливались, пока она, ну, у нее там воды отходили, все в этом духе. Мы отстреливались. Когда мы отстреляли всех, мы сели в машину и газанули до больницы. И потом, по-моему, еще пришлось обстреливаться. Вот это я не могу вспомнить уже. Вот этот момент, а остальное вот... Я помню, что мы вот уехали и поехали к больнице. А вот перестреливались мы по пути, я вот не помню. А вот, кстати, к опасному снимать вот этого снайпера, потому что палит другой снайпер. Но я сейчас немного просто по-другому попаду. Так, не палите контору. Главное, не палите. Я хрен знает, сколько их тут. Так. Но с прошлой серии я прокачался. Да. Я не даю вам посмотреть на эти моменты, потому что они, по сути, скучные. Я по несколько раз отвоевал один аванпост. Ага, вижу тебя, вижу. И теперь я просто стал неубиваемый. Я вот не уверен, что здесь кто-то есть еще, но... Уж надо быть осторожным. Так, надо бы понаходить это. А шестеренки мне нужны. Там для оружия надо создавать. Ой, песик. Привет, как жить? Ну что ты тут делаешь? Так, а где остальное? Получается где-то вот в этих... А, ну вот, да. По 11, не кисненько. Как мы уже поняли, они, по сути, не очень-то далеко друг от друга валяются обычно. Да, ну сюда не попасть. Почему-то даже на крышу не попали. Так, здесь мы смотрели? По-моему, нет. А, нет, смотрели. Получается, дальше надо бежать и смотреть. Возможно, там остальные две. А, здорово, подожди, я сейчас с тобой поговорю, ты мне как раз и нужна. Во! И последняя тоже где-то вот поблизости. Вот. Так, почитаем. Пиломет! Обработан пиломет еще раз. Конечно, кое-что еще можно подкрутить, но пока я вполне довольна. Он быстро перезаряжается и быстро метает пилы. Самое главное, что промахнуться почти невозможно, а значит я могу им воспользоваться, несмотря на то, что мои глаза уже не те. По-моему, это она была снайпером, если я ничего не путаю. В одной из миссий там на церкви надо было сражаться.
По-моему, вот как раз вот она и была тем снайпером. Так, читаем. Пиломет. А, подожди-ка. Чего? Я что-то не понял, мы же читали эту записку. Подождите-ка, давайте подумаем. Возможно, я... А, ну да, вот здесь опять пропустил, блядь. Сныкали, блядь, ее прям. Эй, ты. Спасибо тебе. Да, это всегда самая пожалуйста. Чужачка. Ты попортила рейдерам немало крови. Супер. Твою мать, что с твоими глазами-то? Я Грейс. Не будь я слепой, как крот, сражалась бы вместе с тобой. Ты ослепла? Я уже не та, что прежде, но все равно стараюсь быть полезной. Осознав, что я уже не могу целиться и стрелять, как раньше, я смастерила пушку с учетом этого. Если честно, я воспользовалась твоей идеей. Добавила пару прибамбасов. Будь я понаглее, сказала бы, что это лучшая пушка в округе. Вот только рейдеры украли ее у меня и спрятали в старом депо. Там они хранят все, что отбирают у местных жителей. Будет непросто, но поверь мне, рискнуть стоит. Давай, пушку, мне не тяжело. Украденные припасы и перебей всех, кто встанет у тебя мне на пути. Казалось, она на коленях стоит. Сюжетное задание, давай. Чем мы теряем? Сколько? Ух. Ёперный ты, сука, бабай. Не, ну как бы я, Садька, вот здесь отвоевал дважды. А, здесь я отвоевал дважды. А, базу улучшил себе. А, вот это. И вот это. По-моему, все. А, еще вот это я улучшал. По-моему, при вас даже я улучшал это. Как бы все. Сейчас накоплю вот на это. Хочу, чтобы оружие у меня было элитного снаряжения. Потому что, сами понимаете, сейчас враги будут появляться все сложнее и сложнее. И мне нужно как-то будет с ними справляться. Потом я допрокачаю вот это. У меня получается будет уже 4 ячейки. А может и 5 сразу дадут. Черт знает. Потому что что-то как-то странно, блядь. Потому что я смотрю, вот у элитных бойцов там по 5 ячеек здоровья. У меня почему-то будет 4 их. Возможно, будет какой-то навык, чтобы я прокачал. Наемники и спутники. А, получается, будут. А, это пока я прокачивать не буду. Я пока разберусь вот с этими двумя. А, ну, для чтобы это сделать, надо вот это еще. Специалист 3. Еще осталось. Вот это сейчас второй. Первый будет специалист, и все остальные потом еще. А, тогда... Я еще тут, кстати, навык слегка прокачал вот этот, и, по-моему, все. Я уже не помню. А, так. Ну, давайте, чтобы быстрее все это было, можем либо сюда переместиться, что неплохо, и будет быстрее. Давайте-ка. Хотя я понимаю, что если я, например, у себя на ванпосте... За респаунинг я там могу машину взять и уже на ней поехать куда-нибудь. Это я понимаю, но лучше давайте, чтобы быстрее уже добрались. А, потому что я надеюсь, в этой серии мы сможем взять еще двоих людей себе. Чтобы я наконец-то прокачал уровень предстания до 3 уровня. О, стоп, а что это за место? Так, где-то там, блин, места такие, блин. И не поймешь, был ты ли ты здесь или нет. Да. Ну а что, может и коллапс когда-нибудь у нас случится. Да как может? Конечно, случится, рано или поздно он случится. Я, кстати, лук себе такой четкий взял, смотрите-ка. Он, если в голову стрелять, то он 1600 снимает. А если... Стрелять просто в тело, а? Ай, блядь! Почему-то с людьми хорошо срабатывает. Ну давайте уже убьем.
успокойся. Но с животными это сложнее, я смотрю. Ой, кабаны, блядь. Где тут еще тебя убил? Вот с кабанами легко. Я собрал. Вот в ноги стреляю, что 800 снимать. Я пробовал даже с тремя, которые ячейками здоровья, как у меня. Так. Да подожди ты, блядь, мать, блядь, стрелять. Блять, вот попасть бы в него. Да сука, блять, промахиваюсь вообще, пиздец. Во, видите? Я ему хорошо снимаю, а блять животным не могу нормально. Фу, блять, да опять забываешь, что у меня, блять, микрофон, блять, хреново стоит. Надо в будущем уже покупать, блять, новый микрофон. А я, кстати, примечал это место, но что-то не стал на него нападать. Я тогда взял здесь вертолета и долетел до сюда. Как бы вот так вот. Блять, ну мне нравится, что здесь северное сияние, блядь. Прекрасно, блядь. Идеально, блядь. Атмосфера просто создается. Дизайн, скажу, красивый, вот, но с оптимизацией могли бы и лучше, потому что ужасная оптимизация. По сравнению с пятой частью, она просто ужасна. Пока доберешься до депо, пошарься по грузовым вагонам. Рейдеры хранят в них добро, которое забирают у нас. Моя пушка должна быть там. Так, надо бы наверх залезть. А ее тогда по селфу снимем. Тройных же элитных я могу снимать. А их тем более, блядь. По-моему, еще с самого первого раза. Ну ты, мать, слепая, не заметила, как тебе лезут, блядь, по лестнице прям. Вот прям боковым зрением она не увидела, что я, блядь, лезу. Вижу, обозначаю. Вот только вопрос, она здесь одна? Что происходит? Давайте пока не будем брать, давайте сначала все обыщем. Сколько их там? 4? А, 6. Ну, давайте поищем. Чё мы теряем-то, да? Подождите, чего? Подождите, а случайно не здесь мы бумеры тогда нашли? По-моему, прям здесь, это, блядь, жестко похоже. Вы напишите в комментариях, это правда то место, блядь, или нет? Потому что, ну, очень похоже. Без всяких, блядь, приколов, но похоже. Там что, сигналка? Ага. Так, две, допустим, мы здесь нашли, да? Так, куда? А, вижу.
Две здесь, получается. И две где-то в другом вагоне, да? Возможно, здесь. Да, что, животных будем убивать? Почему бы и нет, да? Да подожди! Куда нажимать? Ну все. Да, это патрончики. Найти стрелы еще. Да просто, знаете, продать это можно будет. По хорошей цене. Сука, это скунс! Скунс это, блядь, еще та проблема всего. Ингредиенты. Ну, реально много всего. Что за... А, да, конечно. Так, давайте-ка я еще... А вот здесь что-то валяется. Да, похуй. Так, может там, Садька? Я, конечно, могу быть слепым, да, я могу. Ага. Так, ну что здесь? Еда, компоненты, оружия. Это золото трио. Здешние фермеры мягкие люди. Мы сдержим их на коротком поводке. А, мы держим. Они дают нам все, что мы хотим, и за это мы их не трогаем. Что касается компонентов, продолжайте обыскивать бункеры, ящики и вообще все, что закрыто на замок. По поводу оружия нужно лучше стараться. Прямо под носом, под нашим носом какая-то баба изготовила странный пиломет. Пиломет! Вы только представьте, чтобы... Что было бы, если бы мы его не забрали? Вперед мы должны тщательно следить за местными. Кто знает, на что еще способны эти говняки? Но если попадусь, убью. Подожди-ка. А где еще тогда? Сколько осталось-то еще? Еще два. Почему тогда здесь лежали они? Странно. Так, где еще искать-то? Что-то вообще как-то странно. Я, вы, возможно, уже увидели раз сто это. Я туплю жестко. Так, здесь мы забирали, получается, да? Ага. Мы залезали же сюда, да? Возможно, там, но... Походу надо будет взрывать вот эту дверь. Но чтобы взорвать, надо отойти подальше. Ага, конечно.
Какой же я долбоёб, блядь. Блядь. Ну ни хрена же не вижу. Так. Не та кнопка. Да, я знаю, я не туда стреляю, пиздец. Сука, мразота. Так, да где еще? Да вряд ли там. Хотя... Да, вряд ли. Может, конечно, кто-то из вас уже знает, где они, возможно... А, ну... И последний, что, внутри там? Проверка оружия. Используйте этот лист так, чтобы оценивать поступающее оружие. Разбираешь, чистишь, собираешь, пробуешь стрелять. Если тест пройден, упаковываешь, если нет, бросаешь к запчастям. Потом решим, что с ними делать. Только вот не говорите, блядь. Либо вот те, которые я там собрал, они не засчитались. Ну, давайте посмотрим. Я не хочу менять, блядь, оружие. Блядь, меня заставляет сменить оружие, ладно. Они пригодятся, если мы хотим дать отпор рейдерам. Эти пилы разрежут любой предмет, а если нет, отрикошетят от него. Целься в металлические поверхности. Так можно достать врагов, сидящих в укрытии. Идеальны против ублюдков со щитами. Вот это я поживлюсь, да? Нет места? Да ладно вам. Зря что ли бегал их, убивал. Блин, я чуть не поймал, где еще один? Ну, как бы, показано, что еще где-то один валяется. Ага, подожди-ка. Я понял, понял, понял. Попробую сейчас. Возможно, там. Пока я чуть не вижу. Я добралась до депо. Приходи, когда закончишь. Я не вижу, вот в упор. Да я понимаю, что до депо надо идти, но, блядь, где? Вон там, Садька, я еще не был. А нет, стоп, я был там. Вру-вру-вру, жушка я. Да. Возможно, блядь, перед носом валяется, а я не вижу. Вот там я был. Тут что это за записка? Хранение еды. Вы перетащили. Так, мы перетащили всю еду в нижние вагоны. Запах. Запах привлекает слишком много зверей. Мы даже запах, блять. Ударение неправильно ставил, блин. Запах привлекает много. Блять. Мы даже подрались с группой скунсов. Барри запер их, но они все равно успели его опрыскать. Ну и лох.
Ну да. Слишком вон там я не был наверху. Ну, вряд ли я попаду, конечно. Хотя... Угу. Ой, я чувствую, я сейчас лох. Я скотч только что увидел. Ну вы угораете, блядь, надо мной, да? Нет. Блять, и что же делать-то? Я просто вот не знаю. А, блядь. О. Где? Видишь, давай прямо надо мной, вот выкидывай. О, молодец. Да сука, бери, блядь! Блять, сука, ну нахрен! Я хотел просто обыскать ее. Так, забираем все, что там есть. Да, наконец-то. Ну как бы все. Так, что-то там еще есть. Но только что? Давайте быстрее попадем туда. А, получается, она где-то рядом, да? Ну, даже лучше. Понравилось? Отлично справилась. Навешала этим рейдером. Пушка твоя. Ты же помнишь, что у меня зрение ни к черту. Думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Припасы, которые ты добыла, принадлежали людям. Пусть теперь вернутся к ним. Жители процветания с умом используют все, что ты им дашь. Я в том числе. Да-да, я собираюсь осесть в процветании. Если тебе или твоим друзьям понадобится пара уроков, приходите. Береги себя. Да, она уже не та. Блять, хрень какая-то, блядь, творится. Давайте вот так пойдем до Ника дойдем. А потом вот так вот. Гениально же я придумал. А подождите-ка, случайно не там же было убежище Веры? Поджигай. Кстати-ка, здесь одно есть место. А, я все вспоминал, что это за место, блядь, знакомое очень жестко. А походу это то место, где мы выполняли миссию Кровавый Дракон. По-моему, это та. Так, кайфолом. Отлично. Плюс один специалист. Да, еще нужно два специалиста. Это все последние будут. Мы честно украли все эти ништяки. А кому-то хватило наглости стырить их у нас. Теперь нам придется обобрать твоих людей до нитки. Только в этот раз мы не будем такими вежливыми. Так, любитель. Да, не-не-не. Зачем? Мне нужно 10 очков навыка. Я просто все еще хочу прокачать тот
навык скрытного убийства элитными бойцами. Так в чем прикол? Эти элитные бойцы еще не сразу отображаются у меня вот, в поле зрения. А если, короче, как обычно, вы можете их через стенку видеть, но этих вы не сможете. Так, железная дорога. Куда она идет? Можно будет потом добежать сюда, посмотреть на бункер, к которому мы вышли изначально, в пятой части. Я надеюсь, что Far Cry 6 будет, ну, блин, на новой карте, новой локации, все в этом духе. Даже пофиг, если будет постапокалипсис. Мне даже интересно в постапокалипсисе. Дело в том, что, по сути, это, как я уже вначале говорил, это Far Cry 5, только дополнение просто для него. Ничего нового, короче, здесь нету. Да, новая Хоуп, Южная Дакота, блядь, изменилась полностью, да. Ну, в остальном-то это, по сути, дополнение. Это не полноценная, блин, игра. Так, осторожно. Прям как, знаете, вот сейчас вспомнился мне Far Cry Primal, там тоже приходилось сбивать какие-то сумки или что-то в этом духе. Что это за мост? Подождите-ка, а случайно не здесь мы появились? Ну, не здесь у нас катастрофа случилась. Ну, водопада я здесь не вижу. Ну, просто очень место похоже, да? Потому что, по-моему, она должна происходить в том же месте, где у нас случилась катастрофа. О! То, что, блин, надо. Прям то, что доктор прописывал. Ну, похоже, но я не уверен. О, фотография. Да, сейчас должна очко навыка дать. Читаем. Путешествие третье. Я думала свалить отсюда. Тюрьма защитила нас от последствий бомбардировки. Но для жизни она не особо пригодна. Решила пойти по железнодорожным путям на восток, посмотреть, что там. Я шла кое-какое время, потом огляделась и не увидела ничего, кроме голой пустоши. И когда я уже собралась продолжить путь, у меня внезапно разыгралось воображение. Мне пришло в голову, что однажды это место оживет вновь. Что, может, и я останусь и не махну рукой на округ? Он расцветет? Глупо, наверное, но я все еще здесь. И, короче, надо просто удерживать. Да, по сути, вот это. Раньше мне не приходилось. Подождите-ка, ну, по-моему, даже вот так вот надо как-то. Ну, блядь. Так, подожди-ка, надо вот, наверное, как-то вот так вот встать.
Я, может, просто неправильно вставлю? Ну. Я не понимаю прикол. В чем сейчас из-за фиг? А подходящее место, найдите подходящее место. Ну. Может так, вот так вот. Во, идеально. Блять, запутался я с этой картинкой. Так, надо подальше от воды. Не, ну я думаю, просто место похоже, где у нас авария случилась. Вряд ли это именно то же самое, блин, место. Блять, вот когда нужно было это растение, его не было просто, вот не поверите. Вот все бежал, но не увидел ни одного такого растения. Сейчас же, блять, везде, блять. Что бы понять. Да, у нас сюжетное задание вообще-то здесь. Да, подводный мир так себе, я смотрю. Так. А, не будем к нему идти. Записка выжившего. Мост не выдержал веса поезда. Джером едва не погиб, и мы потеряли столько припасов, что хватило бы на год. Не думаю, что мы сможем отстроить процветание без помощи со стороны. Но при первой возможности нужно, чтобы кое-кто с кошкой забрался наверх и посмотрел, осталось ли еще что-то с обломков. Ценное что-нибудь, да? Может, еще и не потерянным. Ну да, может быть. Цейс. А. Ясно. Тут, кстати, орлы тоже что-то бешеные стали. Что случилось? Что упало? Так. А, записка выжившего. Пастор Джером.
О, да ладно. Это который в Хоупе был, в Южной Дакоте. В этом, как там, West End или что-то в этом. До меня все чаще доходят слухи о группе людей в Глашем с неким Рашем. Рассказывают, что они организовали строительство поселения вдоль западного побережья, а теперь они движутся в нашу сторону. Когда закончим с постройками процветания, возможно, нам стоит с ним связаться. Нам бы пригодились их знания. К тому же, они могли бы помочь нам решить проблемку с рейдерами. Ну вот смотрите-ка, я о чем говорю, блядь. Нет? Так. А, подождите. Как залезть-то? А, блядь, туплю. Сука, так посмей. Сука, получай, падла, блять. Ай, да, я красавчик. Вы видели просто? Меткость уровень 10 тысяч. А, так, а там можно залезть? Нет. Залезаем. Ну, этим мы уже занимались в Far Cry 4. Конечно, на канале пока нет этого прохождения. Но будет. Это я вас могу уверить. Far Cry 4 я точно буду проходить на канал. Я все части Far Cry собираюсь пройти. Сейчас что-то упадет, я вот прям чувствую. Ну, чисто по скрипту сделаю что-нибудь такое. Так, тайник, окей. Если доставим эти припасы в процветание, может у людей вновь появится надежда. Да, голос похож на него. Было не просто убедить их, что мы способны создать такое. Мы не просто строили убежище, мы учились доверять друг другу. Надеюсь, этот поезд доберется до цели. Ну да, надеюсь. Но, к сожалению, эта надежда не помогла. Записка выжившего. Пассажира. Я очень благодарен тебе и Грей за то, что вы взялись руководить поиском припаса. Надеюсь, что дело выгорит, и мы достанем все, что нам нужно. Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь просить помощи у Джозефа. Да и отправлять людей за пределы Хоуп тоже не хотелось бы. Но даже если удастся добыть все необходимое, у нас может не остаться выбора. Наших запасов недостаточно, чтобы дать отпор рейдерам. Ким. Так, три навыка. А, чё, здрасте. Бля, аптечек не хватает. Сколько у нас там? 12, да? А что у нас там по навыкам? Четыре, да? Ладно, давай. Блядь, не туда нажимаю, блин. Чтобы, знаете, у нас уже побольше было бы аптечек. О, какие-то бабки. Ну че, заметь, в реале, это что-то такие деньги здесь. Так. Смотрим на карту. И нам вот сюда. Нож нет. Я что-то не понимаю. Надо в воду теперь прыгать? Ход, да?
Блять, ну если бы я бы с такой высоты прыгнул, или кто-то из вас, явно он себе бы кости переломал, да? Туда можно было быстренько переместиться, вы прикиньте, да? Да уж, а я что-то сразу не заметил, блять, и забыл, блять, про эту хрень. Так. Так, и прямо где-то здесь надо искать. Так, дальше. Пойдем еще отворуем вот этот тайник и... И тогда закончим на этом серию. В следующей серии тогда встретимся у нашего старого приятеля Ника Райана, которого многие помнят по пятой части. Вообще четкий чувак. Сколько нам он раз помогал на самолете, помните? Любил летать. Вот жестко, блядь, носил его летать. С воздуха он так вообще был красавчик. Как не пролетит, так кого-нибудь собьет. Хотя были тупизны, блядь, у него по полгода он мог попасть. Во, прям как в Ring of Elysium, блядь. Уехали, да? Слава богу, что анимации нету, как он собирает все это. Надо будет так потом Far Cry 3, Far Cry 4 также сделать, чтобы не было тупо этой анимации, что он по полгода будет собирать. Blood Dragon, по-моему, там нет ничего такого, что он будет вот собирать. Хотя там чисто можно будет телеки и все в этом духе собирать. Что? Я прям там, где волк? Какой? А, я, наверное, во владениях просто. Ага, ну вот. Блядь, сорян, я не ту пушку выбрал. Спокойной ночи. Не, ну просто это будет продаваться хорошенько все. Так, там чё, кто? Сочувствую. Салют. И тебе салют. Вы с Рашем сильно нам помогаете. Ну да, стараемся. Как можем. О, ребят, вы знаете то место? Там из-за солнца ничего не видно, блядь. О, солнце не должно сильно. Там, короче, статуя Джозефа была. Чуть не сказал Иосиф, блядь. Путают меня с этими именами. Что, здесь был бы когда-то Эдем? Пипец, он умер. Сидя, блядь, неудобная смерть.
Так. Блин, ебать. Пропусти. Ага, сейчас бы и это пропустил бы. Походу все остальное вот внизу. Да пошли вы нахуй меня палить каждый раз. Так, записка из нового Эдема. Я умираю, люди в масках внезапно напали на нас, когда мы готовились к исполнению священного долга. Теперь в него покаянные души наших братьев и сестер не смогут предстать перед Богом. Если ты считаешь эту записку, прошу, заверши ритуал. Собери тела верных мучеников и сожги их в священном пламени. Ага, хорошо. Мне не тяжело, давай. Это было странно как. Так, 5 тел нужно, ну хорошо. Ну. Так, ты... Чего? Мать! Мать, нет! Еще из них. Это что за новые аттракционы, блядь? Баг нашел заодно. Так. Так, одного, да, я как раз здесь помню. Бомбс. А где еще тогда? Там внизу что ли? А где еще то? А, наверху! Что я и забыл про то, что там есть верх. Деревья здесь нельзя срубать? Нет, конечно. Не надо этого делать. Древесина здесь не нужна. Так, сюда идти что ли? Как ты залезал сюда? Я не понял, прикол просто. Ага, ясно. Так, разжгите огонь. А где? Спасибо. Так, записки из нового демо. Сестра Рен. Сердце мое исполнено печали. Мне жаль, что верных постигла такая судьба. Они погибли, стремясь уничтожить эти самые вещи.
Сжечь их в пламени Эдема должны были верные, а не мы. Не думай, что мы когда-либо изживу свое горе, брат Илли. Нет, это походу не то место. А где тогда было это место? Я помню, что недалеко от дороги такой. Возможно, это, кстати, и было то место. Просто многое изменилось. Ну да, походу было. Здесь как раз. А я черт знает. Ладно, давайте тогда... А я добегу до этого, не буду уже вам показывать, как я буду этим заниматься, а потом до Никарайна. Никарай. Добегу. И там, короче, у Ника встретимся. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.